В «Глобусе» сегодня премьера. Главный режиссер театра Алексей Крикливый поставил спектакль «Одна абсолютно счастливая деревня». Публику и артистов расположили на большой сцене. Это камерная история, притча. Зрители погружают в мир русской деревни. С особыми отношениями, способами проявить чувства и отметить праздник. В веками устоявшуюся жизнь вмешивается Великая Отечественная война. Кто-то уходит на фронт, кто-то остается в тылу. И там нужно принимать непростые решения. Задача выжить самому или сделать так, чтобы остались живы дети. Уже на предпремьерном показе спектакль вызвал споры. Автор пьесы Борис Вахтин. В советское время многие его произведения выходили только в самиздате. Это большая литература. Как большая литература, она требует, не то, что она требует, она, знаете, провоцирует на, ну, на как бы как какой-то свой диалог с собой и в связи с автором. И требует, конечно, какого-то, ну, совершенно другого, может быть, не такого твоего привычного какого-то жизненного опыта. Она требует все равно какого-то ощущения, предчувствия, наверное, изучения того, чего он вообще хотел.